Но для начала хотелось бы поговорить о нашей вообще жизни, вот, да, как бы, то есть, давайте вот чуть остановимся и посмотрим, до чего мы дожили, вот, о нашей цивилизации. Вот о ней, как бы, мне хотелось с вами поговорить. И поговорить мне хотелось бы о вот этих вот трех или четырех больших группах людей, которые сейчас существуют вокруг меня и которые, как бы, обещают мне мою жизнь улучшить. Это наука, это йога, это религия. Это люди, которые, я плачу деньги, да, но вот что сейчас происходит и в мире науки, и в мире йоги, и в мире религии, мне кажется, что я сейчас имею право поговорить об этом, потому что я долгое время занимался наукой, я 23 года изучал головной мозг человека, я занимаюсь йогой очень серьезно, йога-терапевт, да, йога-учитель, бла-бла-бла-бла-бла, и религия, то есть религиозный. Где религиозные фанатики? Я. То есть, если хотите увидеть религиозного фанатика, то он перед вами. Поэтому мне кажется, что я имею право поговорить через призму критического мышления о том, что происходит вокруг нас в нашей цивилизации. Если вам интересно, оставайтесь. Если не интересно, сразу перелистывайте к практической части, где мы будем говорить о пранаяме. Угу. Да, давайте, хари ом. Kanakalingaya Vedalingaya Vedalingaya.